фасоль тушеная в мультиварке – один из самых простых и эффективных способов приготовления этого замечательного овоща. Получается сытный, но не вредный для здоровья, питательный гарнир. Рецепт приготовления фасоли тушеной в мультиварке очень прост, так как большую часть работы на себя берет машина, а про полезные свойства этого блюда и говорить нечего. К тому же, оно отлично подойдет во время поста, а также для тех, кто не употребляет мясо, в общем, на все случаи жизни. Но даже в обычной повседневной жизни я настоятельно рекомендую включить этот гарнир в свой рацион. Поверьте, это принесет немало пользы вашему организму. Готовить мы будем в мультиварке, так как с ней приготовление становится в разы легче. И сейчас я расскажу вам, как сделать фасоль тушеную в мультиварке. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. Фасоль, естественно, желательно замочить на ночь перед приготовлением, тогда утром мы можем сразу приступать к делу. Итак, в чашу мультиварки наливаем небольшое количество масла и обжариваем на нем мелко нарезанный лук и чеснок. Когда лук стал прозрачным, мы смешиваем воду с бульонным кубиком и вливаем смесь в мультиварку, добавляем лавровый лист, черный и красный молотые перцы. Теперь выкладываем промытую фасоль, солим, закрываем крышку мультиварки и готовим около 1,5 часа в режиме тушения. Когда фасоль станет мягкой, значит блюдо готово, украшаем его свежей зеленью и подаем к столу. Жду ваших лайков и комментариев. Необходимые ингредиенты. Фасоль сушеная, 500 грамм, лук репчатый, 1 штука, чеснок, 2 зубчика, масло оливковое, 2 столовые ложки, вода, 6 стаканов, лавровый лист, 2 штуки, тимьян сушеный, 0,5 чайных ложки, красный молотый перец, 1/4 чайных ложки, бульонный кубик, 1 штука, соль, по вкусу, черный молотый перец, по вкусу, количество порций, 8-10. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте палец вверх, и спасибо за просмотр. Жду вас снова.